Вчера, 10 июля, на Кировских прудах прошел фестиваль красок Color Open Air. По сравнению с пенной вечеринкой на празднование Ивана Купалы, фестиваль красок пришло в два раза больше горловчан и гостей города. Мероприятие посетило около 4 тысяч человек. 17 июля, в следующее воскресенье, при поддержке сектора по делам молодежи города Горловки, развлекательный центр «Бермуды» приглашает всех-всех-всех испытать свои силы в водной битве – заплывы на катамаранах, лодках и свободным стилем, артбол и многое другое. Следите за нашими новостями, ориентировочно начало в 13:00. 10 июля в кафе «Аратта» прошло музыкально-благотворительное мероприятие «Точка сборки», где все желающие могли насладиться палитрой музыкальной программы и хореографическими постановками и дать вторую жизнь своим вещам, которые уже давно не нужны, пожертвовав их малоимущим. Сбор вещей совершал благотворительный центр «Зёмы». Порошенко хочет переименовать Донецк в Степано-Бандеровск. Соответствующая петиция была размещена на сайте главы Украины. Правда, сторонников идеи о таком переименовании немного. На момент написания новости подпись под обращением поставил лишь один человек из 25 тысяч необходимых.